Бүгүнкү күндөн Франзилуция курумунун экими апа алынды 30%. Па бүйдү нечинки юйселди па газахим шавка. Бунун үчүн Франзилуция язды пресс-релизда. Есаплайара харчылары ангылары биздавар Франзилуция курумы каблеты карары калдырма паалары икмек маалырына. Дейшилмеди калачек сади социал экмян паасы. Бислязым дейштерелим паалары чүнкү газ, шавк та паалы болду. Стратегия инициативасынын меркезин башы Галина Шалар бунун үчүн нышанады. Гагаузиянын яшайнары Дилька Илбу пааларлан. Хлеб, который я брала Франзилуция по 6,40, сегодня он у нас 8,10. Цены, конечно, невероятные, очень дорого, очень дорого. Несправедливо, что подняли. В этом году урожай очень хороший. По радио даже объявили, что где-то года три такого урожая не было. Урожай очень хороший. А почему хлеб подняли? Еще и энергия не электроэнергия же не поднялась, а хлеб подняли, уже подняли. А когда поднимут электроэнергию, еще раз поднимут цену на хлеб. Еще как людям жить? И хлеб дорожает, и продукты дорожают, и зарплата маленькая. Пенсионерам могли оставить те цены, которые были, потому что пенсионерам очень тяжело выжить. Ну а что делать? Такая вот у нас, не знаю, руководство или кто там, непонятно, куда идем, куда катимся. Франзилуция комбинаты хергюн пищерер якиники тона социал экмек. Онун пасы курер ючлия кадар.